Несмотря на обильные снегопады этой зимой, в Курске все стабильно. Проблем нет, заключают спасатели. Снег тает медленно, но работы все же достаточно. Ну, старые деревья, которые сплавлялись по реке, в данном месте образуется вот затор перед этим мостом ежегодно. Не только в районе моста, но и на поворотах русла реки, там, где замедляется течение или там, где образуются какие-то препятствия. Около деревьев кучкуется мусор и тоже становится дополнительной преградой для течения воды. Такие природные заторы могут стать даже причиной поломки мостов. Потенциально опасные места спасатели мониторят с помощью беспилотника. Работу продолжают.